Географически мое место – это район парка. Потому что я жил рядом с парком, рядом с кинотеатром «Космос». Он тогда был единственный в городе. Рядом со стадионом. А что, ребенок? Коньки, хоккей, туда-сюда. Вот мой круг – это вот именно вот это вот место. Очень часто бегал на вокзал пешком. Раньше, потому что автобусы-то ходили редко. На паровозы смотрел, тоже интересно было. Старый вокзал, вот сейчас бы с удовольствием бы посмотрел. Да, я сказал, что я трагик по натуре. И для меня вот близко вот черные, серые, вот такие вот тона для меня это... Ну, видимо, сказалось еще жизнь на Урале. Тут же ведь и погода сама, и вот и завод, и город, такие вот они интересные. Раньше тут в центре стояли деревянные дома, вот прелесть, 60-е вот года. Я бы с удовольствием туда вернулся бы, но куда вот, все сломали, все переломали. Та жизнь, она для меня до сих пор в душе. Там была именно вот какая-то вот душа такая. Сейчас души нету. Сейчас остались деньги. Когда вот писал вот так вот запоем, 15-20 минут просто взял быстро пальцем, я даже кисти забросил, палитру забросил, ничего этого у меня не было. Я этим вообще не пользовался. Потому что для меня это усложнялось. Усложнялось именно тем, что надо, допустим, каждую кисть надо помыть, чтобы краска была чистая, яркая. А тут просто из тюбика краску выдавил, на палец бах, намазал. Тут же тряпкой стер, а палец он быстро же, что, ну, он нормально стирается. Ну не стирается, в разбавитель сунул. Вот и все, и никаких проблем. Что, какой-то яд. От какого яда и не могли определить. Но он пил все подряд, там и пиво, и водку, и таблетки, ну, в общем, все подряд. А вот справа, это его друг, Попов Женя, ну и мой тоже товарищ. А он опять же пьяный уснул с сигаретой, диван загорелся, и он угарным газом задохнулся. Ну, пожалуйста, две судьбы, два друга и две разные совершенно судьбы. Ну ради чего писать? У меня просто. Я ради того и пишу, что я испытываю вот этого удовольствия. Ну, уже, конечно, не такое, уже маленько, с годами-то маленько уже все это приелось. Вот. Но до сих пор я это все испытываю, все эти чувства какие-то вот. А бывает невольно, вот сейчас вот ты не чувствуешь, когда пишешь. Не чувствуешь. А потом через некоторое время бах и почувствовал. Внезапно бах открылось.